Я студент Полоцкого государственного университета, принимаю участие в лагере «Изучай, действуй, поделись». А сегодня у нас был первый день. Мне понравились лекционные мероприятия, так скажем, вводные. Получил какие-то базовые знания. И считаю, что это поможет мне в последующих днях реализовать себя в данной теме. Меня зовут Литвякова Дарья Сергеевна, я учащаяся третьего курса МГМК имени Глинки. Как известно, наш лагерь называется «Изучай, действуй, поделись». И сегодня мы находились на стадии «Изучай». Нас сегодня ввели в тему торговли людьми. Ну и хочется, конечно, уже скорее поделиться этой информацией со своими друзьями, близкими, возможно, какую-то большую аудиторию, допустим, в своем родном колледже.